Во Владивостоке в районе второго пляжа бухты Лазурной сносят устаревшие постройки. Взамен им на Шамаре появятся новые кафе, гостиница с бассейном, а территорию озеленят. Это давно назрело, да? Вот, и хотим поменять формат. Уже пора прийти к более цивилизованному виду, да, и более цивилизованному качеству. Соответственно, стройку планировали начать весной-летом, но приняли решение сдвинуть ее на осень и зиму по причине того, что, чтобы люди безопасно и комфортно закончили летний сезон. Под снос пошли всеми полюбившиеся кафе. По словам подрядной организации, после демонтажа построек начнется заливка фундамента для строительства новых объектов. Предложений много поступает. У нас в любом случае в приоритете это те люди, которые здесь находились. Пьяная курица, Арарат, Грачик. Мы никого никуда не выгоняем. Предложение было, то есть сделано, то есть обсуждено, то есть они подумают. Если примут решение, то есть оставаться, мы будем только рады. Отметим, что глава Владивостока Константин Шестаков ранее поставил задачу перед арендаторами территории на Шамаре привести их в порядок. Участки необходимо содержать в чистоте, а строения должны быть современными и комфортными. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.